Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чому Нью-Йорк називають містом контрастів, ми з вами почуємо з вуст нашого сьогоднішнього героя. І спробуємо відчути дотик ранкової ніжності. В любое время, в любом возрасте она прекрасна жизнь. За 3 часа я написал эту картину. Вот такое у меня было желание, вдохновение. Город Нью-Йорк – это такой город, который живет 24 часа в сутки. Выбрал сюжет. А у меня в голове уже следующий крутится. Ті, хто уважно спостерігають за життям, напевно помічали, що натхнення приходить несподівано. Незалежно від того, готові ти прийняти його чи ні. І що тоді відбувається, почуємо зараз. Дами і господа, я приглашаю вас в мир красоти. Як говорить Святое Писання, Бог є любов, а любов рождає красоту, а красота спасет мир. Пойдемте спасатися. И я думаю, друзья мои, вы согласитесь с тем, что ничто так не радует и не успокаивает глаз, как картины. Ибо именно в картинах сосредоточена добрая энергия и добрая воля художника. И рядом с нами сидит очень добрый, но при этом очень энергичный человек. Владимир Викторович, здравствуйте. Знаете, как-то попадая и окунаясь в мир ваших картин, понимаю, что, в принципе, в жизни не все так уж плохо. Но я знаю, что вы это пишете, ваши картины, не просто так вот, потому что вдохновение, а вы пишете их, потому что не можете иначе. Да, совершенно правильно. Ну, у меня к выбору, я вот к выбору сюжета картины подхожу, в общем-то, очень основательно и, так сказать, ну, прорабатываю очень много, так сказать, вот вариантов, вопросов. Бывало так, что вот что-то хочешь написать, я не могу остановиться на каком-то сюжете. Вот неделя, два, месяц, вот ходишь, ничего, пустота. Потом вдруг нахлынет, ну вот вдохновение, говорят, правильно, и вот нахлынет что-то, и пошла одна картина за другой. Вот я начал писать картину, выбрал сюжет, а у меня в голове уже следующий крутится. И я вот хочу скорее эту картину закончить, чтобы перейти к следующей. То есть вот так вот бывает, поэтому вот просто так я, как правило, не пишу картины, а, в общем-то, подхожу осмысленно к выбору сюжета и выбору, в общем-то, персонажей моей картины. Я хочу акцентировать внимание наших телезрителей на том, что наш герой Владимир Викторович Бугаенко, он не профессиональный художник, вообще он по профессии техник. Техник, да. Владимир Викторович? Инженер по профессии, да. Ну вот так вот судьба распорядилась, что, значит, начал писать картины. Ну и не жалею, да. Очень интересно мне. Вы знаете, многое закладывается в детстве. И в вашем детстве, наверное, был заложен хороший фундамент, на который вы прочно встали и прочно стоите. Ну, в общем-то, может быть и так. Я, так сказать, не могу сказать, вот, так сказать, почему так произошло. Но я уже много раз говорил, что это так распорядился Господь Бог. Вот Он сказал, что вот каждому человеку на роду нужно что-то совершить, да, в жизни. Вот я работал, потом, значит, на многих предприятиях. А вот сейчас я на пенсии, мне видно, Господь Бог сказал, что вот ты должен еще и в этой жизни и вот еще что сделать, должен картины написать. Говорит, Володя, хоть и на пенсии отдыхать, еще отдыхать нам рановато, есть у нас еще друзья, большие дела. И я вот, да, я пишу картины, я получаю огромное это удовлетворение, моральное удовлетворение. Пускай не все картины нравятся моим зрителям. Главное, чтобы они мне нравились. Я пишу не для кого-то, я для себя пишу. Вот это удивительно. Многие художники, профессионалы, конечно, замечательные люди, они пишут картины. Многие продают, многие дарят. Если у меня картина остается у меня, я не переживаю. Они мои, я для себя их пишу и получаю вот от этого огромный импульс вот внутренний. И внутренний импульс, дорогие телезрители, давайте мы с вами тоже получим, потому что мы находимся на вернисаже, и здесь, на этом вернисаже, в муниципальном выставочном зале нашего славного города Николаева, находятся картины Владимира Викторовича Бугаенко. Владимир Викторович, давайте прогуляемся, телезрители, пойдемте с нами, не стесняйтесь, идемте, мы приглашаем вас на вернисаж, потому что
Очень хочется, чтобы и вы, дорогие наши зрители, получили хороший импульс. Вот посмотрите, вот картины нашего героя. Среди сонма прекрасных картин, вот картины нашего героя. Владимир Викторович, может быть, мы остановимся у картин и поговорим хотя бы по нескольку слов, чтобы телезрители отдохнули глазом и душою. Правда? Ну, во-первых, эта картина тоже, опять же, у меня ничего случайно не появляется, все, так сказать, каким-то образом... Здесь она... написано «Гарем». «Гарем», да. Дело в том, что одно время у меня моя женщина и дочка, и жена, они очень любят птиц, говорят, напиши нам птичку. Ну, я написал воробья, серого воробья, обыкновенного воробья, проработано каждое перышко живое, замечательная картина, они говорят, да, очень хорошо, но... Хочу красивую птичку. Ну, а красивую птичку что? Это только петух с курами. Вот я перелопачил огромное количество фотографий, то есть посмотрел разные варианты компоновки, и получился вот такой вот картина, которая называется «Гарем». Ну, так она... И, кстати, она еще мне, этот сюжет сподвиг, я еще был на какой-то одной из выставки наших николаевских художников, и вот ассоциация от этой выставки, вот не помню, какая это выставка, не помню где, тоже меня вот это вот навеяло, и вот родилась вот такая картина, которая называется «Гарем». Цветная, красивая, радостная. А ваши дамы, они оценили эту картину? Да, в принципе, да. Ну что ж, слава Богу, друзья мои, видите, сколько яркости, просто буйство красок. И это живой мир природы, который лечит нас не только духовно, но и физически, правда-правда, лечит. А из гарема мы с вами попадаем в ночной Нью-Йорк. Но это только в нашей программе можно из гарема попасть в ночной Нью-Йорк. Друзья мои, кто не был в Нью-Йорке еще, не переживайте, у вас сейчас есть возможность, пожалуйста, даже не выходя из дома. Владимир Викторович, ну вот ночной Нью-Йорк рисовали с натуры. Знаете, да, я был неоднократно в Нью-Йорке, и вот это была одна из экскурсий ночных по заливу Гудзон. Был прекрасный теплый вечер, штиль, и вот вышел на палубу и посмотрел вот за борт. Это было, в общем-то, ну, зачаровывающее зрелище. Вот они сейчас статичные, но они на самом деле переливаются. Мерцают. Разными оттенками мерцают. Это удивительное зрелище. Кстати, город Нью-Йорк – это такой город, который живет 24 часа в сутки. Он никогда не спит. Одни работают днем, другие работают вечером, ночью. И вот этот город, он всегда светится, всегда красивый. Ну, своеобразный, скажем так. И вот эта вот красота вот меня сподвигла вот написать вот такой. Это еще был в тот момент, когда вот эти две башенки, они еще были живые, их еще не разрушили. После моего отъезда, первого отъезда, они, конечно, были... вот разрушенные, но тем не менее, вот это вот Нью-Йорк, вот это город, который, в общем-то, очень красивый. Говорят, Нью-Йорк – это город контрастов. Почему, Владимир Викторович? Ну, дело в том, что вот в Нью-Йорке есть очень множество таких специфичных районов. Есть китайский район, есть там арабский район, другой. Попадаешь в эти районы, ты попадаешь в совсем другой мир. Ну, там, может быть, процентов на 50 действуют законы федеральные. Как правило, там свои законы, свои люди, которые управляют. И есть специальный район гетто, там негритянского, там тоже люди отдельные. Поэтому, а попадаешь в центральную часть, вот на Бродвей, это просто город-картинка. Правильно говорят, Нью-Йорк – это город контрастов. А вот вы знаете, как-то немножечко вот это черное небо, и Нью-Йорк, Вилли Токарев, по-моему, пел «Небоскребы, небоскребы, я маленький такой». Да. Вот когда эта куча этих небоскребов, они не угнетают, Владимир? Давят, они очень и очень давят. Когда находишься среди огромных высотных зданий, ты как в колодце каменном, и ты видишь только кусочек неба, а в основном все вот эти, это безусловно угнетает и безусловно давит. Но в Нью-Йорке есть очень интересный район, которые называются как бы, ну, легкими, это в Нью-Йорке, это парк, и он не застраивает уже многие годы, там свободно, там все занимаются гимнастикой, бегают, там есть озеро небольшое, а сам город, действительно город, в общем, который давит на психику, это однозначно. Поэтому, господа, беспокоясь о вашем здоровье, мы оставляем Нью-Йорк и переходим к следующей картине. Я думаю, что эта картина уже не будет ни угнетать, ни подавлять, потому что и летопись закончена моя, она философская, и такая она располагает к размышлению. Владимир Викторович, к размышлению о чем? И летопись закончена моя, но никто не может сказать, когда закончена, а когда
начинается. Но тем не менее, каким размышлениям вы приходили и приходите, когда писали эту картину? Да, это одна из картин вот этой серии. У меня картины с книгами, со свечами, с тюльпанами. Вот в прошлой передаче вы видели мне много. Это у меня еще одна картина в этом плане. Конечно, вот я тоже опять же изобразил эту мудрость прошлых поколений, которая перешла к нам. И вот кто-то написал вот эту летопись, которую будут читать дети, внуки, правнуки. Это ценности, еще раз говорю, что неприходящие ценности. Это ценности, которые передаются от поколения в поколение. К ним нужно бережно относиться, нужно их ценить и, конечно, анализировать с позиции сегодняшнего дня, безусловно, всегда. Да, все эти мысли. Да. И действительно, если мы не будем погружаться, говорят, что было, то уплыло, но тем не менее, если мы не будем знать хотя бы элементарной истории своего прошлого, то грош нам цена, наверное, да, Владимир? Да, конечно, конечно, надо знать прошлое, надо его правильно понимать, правильно оценивать, и, безусловно, хранить вот эти традиции, которые нам достались от отцов, дедов, от прошлых поколений. Тем более, что вообще, господа, вы знаете, жизнь, она, это цикличный круг, это нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, есть жизнь. Вот, пожалуйста, картина нашего героя Владимира Викторовича об этом и говорит. Жизнь на лугу. Вот она жизнь. Вон прошлое, вот настоящее, будущее. И все в этой картине как-то зациклено. Ну да, в общем, вот это тоже, вот опять же, у меня еще одна такая серия, моя внутренняя, это называю ее условно детская серия, это где я изображаю детей, маленьких девочек, ребят. И вот почему? Потому что я много раз говорил, что вот с удовольствием и с таким большим, так сказать, вдохновением как бы вспоминаю свое детство. Беззаботное время, чудесное время, когда все заботы были. Когда не о чем было заботиться, да? Да, на моих родителях были, на моих родственниках, а я спокойно и радостно, и счастливо жил. Вот это вот время, его не вернешь, но его, конечно, помнить надо и с благодарностью вспоминать об этом времени. Вот эта картина как раз, вот счастливый ребенок. Вот, и, кстати, вот эта картина из этой же самой серии, это тоже счастливый ребенок, который, в общем-то, беззаботный, который, значит, огромное получает удовлетворение от общения с природой. Он интуитивно понимает, что это такое. Ему еще не рассказали, он еще мозгами, может, не понимает, а интуитивно он ощущает единение с природой вот там, где он находится. Самое интересное, ведь картины, они тоже не написаны буквами, они написаны красками. И ты не прочтешь, но с другой стороны... читаешь, то есть холсты, они говорят сами за себя. Вот эта картина «Ромашка», вот картина «На лугу». Они говорят сами за себя, что жизнь, она юна и прекрасна. Да, она, безусловно, она прекрасна. В любое время, в любом возрасте она прекрасна, жизнь. Эта картина тоже, она не совсем простая. Дело в том, что вот мне захотелось написать картину. Это как раз было суббота-воскресенье. Но когда я начинаю работать в субботу-воскресенье, у меня возникает много моих домашних, задают мне какие-то вопросы, какие-то поручения, в общем, хлопоты. А хочется писать. Вот я вот, мне вот внутри родилось, захотел написать вот такой пейзажик. Я утречком рано встал, это было часов 8, наверное. И вот до 11 часов, за 3 часа я написал эту картину. Оно у меня так пошло, вот такое у меня было желание, вдохновение. И когда у меня уже посыпались на меня мои поручения, картина была уже готова. Телезрители, посмотрите, картина, которая написана за 3 часа художником. Художник очень торопился, чтобы успеть написать картину, потому что много домашних поручений, но он успел. Он успел родить красоту. Там ветер. Так это у вас, наверное, тоже утро, Владимир Викторович, да, мне так кажется. Это такое хорошее настроение, воскресное настроение. Кстати, я называю эту картину выходного дня. Когда вот за один день, за полдня пишется картина. Не всегда так бывает, но в данном случае это получилось. Обычно картины я возвращаюсь несколько дней, подправляю, исправляю, меняю. Но в данном случае это
выплеснулась мгновенно, вот она здесь. Вот так вот, господа, за один день можно создать картину, можно выполнить кучу всяких поручений, можно еще успеть отдохнуть, порадоваться и сходить на вернисаж, потому что вы же сейчас с нами на вернисаже, да? И вот мы подошли к галерее портретов. Может быть, кто-то из телезрителей узнает себя? Владимир Викторович, как вы думаете? Ну-ка, давайте посмотрим за здоровье. Это добрый доктор Айболит или профессор Преображенский? Это почти. Ну вот это вот об этих картинах хочу сказать в общем, что это у меня портретная серия. И до этого было много у меня картин, где были изображены, в общем-то, ну как бы портретного плана. Вот у меня был монах, был астроном, был гуляка. Эти картины тоже в этом же направлении написаны. Но они опять же родились не случайно. Дело в том, что наш герой не верит в случайность. Когда вот у меня было много таких картин, мне говорили, ну напиши портрет, ну какого-то человека. Значит, кто это такой? Мне спрашивают, что это за сюжет, что там за фигура. Это очень просто и очень понятно. Значит, это сельский фельдшер. Он лечит все болезни. Он в какой-то глубинке живет, где нет нормальных врачей. А он фельдшер, он где-то что-то слышал. И вот к нему в данном случае пришел пациент с зубной болью. Он никогда зубы не лечил. Он прочел вот в этом справочнике, вот как это все нужно делать. Выпил рюмочку для смелости, закусил вот этим огурчиком, который случайно положил на этот справочник, и сейчас пойдет, вырвет ему больной зубик. Вот это вот, вот эта вот идея вот этого лукавого, оригинального и такого веселого человека. Да, и в принципе и не унывающего. Ну и что, что болит зуб, ну и что я не знаю, как лечить зубы, друзья мои, все он развешивает. Будет лечить, да, он будет лечить. Вот потому это. Что я доктор, и я обязан помочь страждущим. Да, да, к нему приходят с разными проблемами, но в данном случае вот он решил вылечить зубную боль. Главное не бояться, да, Владимир? Да, вот для смелости вот эту рюмочку он на здоровье и выпил за здоровье. Чтобы все было. За здоровье пациента. Да. Друзья мои, ну что ж, оставим доктора с пациентом, а мы с вами подходим к другому портрету. Мы видим человека на этой картине. Ювелир, в принципе, это профессия. Когда-то очень давно ювелирных дел мастер были, очень высоко ценились. Да. А сегодня, наверное, что-то изменилось, хотя драгоценности тоже никто не отменял, да, Владимир Викторович? Ну, это дело в том, что у меня вот такая тяга к вот какими-то... Вот эти все картины, кстати, портреты написаны вот в стиле голландских портретов. Вот темный фон, такие яркие цвета. Это человек из прошлого, это не сегодняшний наш, в общем-то, человек, который живет, это человек из прошлого. Но угадываются черты современные. Да, ну, похоже, может быть, но так у меня получилось. И вот он ювелир, который всю жизнь занимался покупкой и продажей, ну, наверняка, может быть, и краденое где-то продавал, и где-то... Еще, да, всякое да, бывает. Они всегда бывают, по-другому не бывает. Но в данном случае он получил какую-то вещь и обалдел. Вот он восхищен вот этим ювелирным браслетом, и такой красоты он не видел. Я думаю, что он, в общем-то, очень счастлив, что приобрел вот такой вот, купил или изготовил, я не знаю, вот такой вот интересный браслетик. Да, браслетик действительно девушки... Дамы, посмотрите, браслетик действительно весьма-весьма недурственен. По-моему, это изумруды, жемчуг, золото. Вот так, если примерить на ручку, то он бы очень неплохо смотрелся на ручке, на тонком запястье. Да, да, совершенно правильно. Ну, это я пытался написать так изысканные ювелирные украшения, которые у него на руке сейчас. Наверное, получилось или нет, но это судить уже зрителям. Да, но судя по выражению лица вашего ювелира, он потрясен. И удивлен, да, да. Вот потрясен, удивлен и, в общем-то, очень, я думаю, что, так сказать, вот больше потрясен, чем удивлен вот такой красотой. Да, друзья мои, так что очень бы хотелось, чтобы вы потрясались красотой, удивлялись, но при этом сохраняли присутствие духа. Присутствие духа и тишины душевной, вот как здесь, на этой следующей картине, которая называется «Ночная история». Это бабушка, свеча, внук и такие добрые лица. Это вот тоже тут получается как-то связь вот времен, да, вот старшее поколение, младшее поколение, и видно, вот эта бабушка что-то рассказывает своей внучке, наверняка какую-то сказку, может быть, выдуманную, но она с таким восхищением, интересом слушает эту историю,
что просто, так сказать, ну, завораживающе слушает. И вот это все, вот какая-то такая, вот, знаете, ситуация именно вот оттуда, с прошлых времен, когда вот была вот такая когда вот... Когда сказки передавались, да, из уст в уста. Да, с удовольствием слушали сказки. И сейчас, наверное, есть такие дети, которые интересно слушают сказки, и умеют многие их рассказывать. Но в данном случае эта картина... Вот я хотел показать, что вот старшее и младшее вот это вот поколение, они, в общем-то, притягиваются друг к другу. Малыши для того, чтобы узнать что-то больше нового, а старшее поколение, они как-то, вспоминая свое детство и желая, в общем-то, ну, просветить своих внуков, правнуков, вот они общаются с огромным удовольствием, и им интересно обоим, и старшему человеку, и младшему. Вот. Да, это правда, потому что старшему есть что сказать, а младшему есть что послушать. И мы говорим сегодня о красоте, друзья мои, но есть еще один аспект, есть еще доброта, которая тоже спасает мир. И вот эта доброта, которая лучится в глазах бабушки и исходит из ее рук, и такой бросает отблеск на лицо внучки, она, конечно, может согреть не только свою внучку, но и всех нас. А кто вам позировал? Вы никто не позировал, нет, Владимир Нет, Викторович? Нет. У меня тут реальных людей нет, к сожалению. Все это были фотографии, все это были наброски, рисунки. Это такой образ, собирательный образ, да? Да, да. Старого человека, умудренного жизнью. Вот это вот она. Да. Вот, друзья мои, вы знаете, взгляд этой бабушки исполненный доброты и любви. Но взгляды, они тоже бывают разные. И сейчас мы переходим с вами к следующему портрету, который, кстати, он и называется «Взгляд», «Острый взгляд». Похож немножко на Ивана Грозного, но не Иван Грозный. Нет, это не Иван Грозный, это такой собирательный образ. Вот, это, ну, скорее так, скажем, простой человек, ну, скажем так, внешне, но внутренне у него, вот, скажем так, очень сильный, очень такой обширный, у него большой, сильный взгляд. Вы знаете, я его когда писал, вот глаза у меня сначала были карие. Вот карие были глаза, я вот ходил, смотрел, думаю, ну чего-то не то. Потом, как только сделал голубые глаза, сразу же этот взгляд посмотрел на меня. Он приобрел пронзительный. Да, он глубину приобрел и вот пронзительно посмотрел вот на зрителя. Вот так у меня это получилось. Тоже было, это не за один день все произошло, но... И вот эта картина, я говорю, когда я уже был готов писать портрет своих детей, я хотел написать психологический портрет. Вот такой вот портрет, который вот, ну, как бы, ну, отражает внутренний мир человека. И вот эта первая картина из вот этой серии написана была, это вот эта картина. И она вот у меня в основном, я вот именно психологически. Я не называл его как или Иван Грозный, или какой-то разбойник, или кто-то. Это просто взгляд. Это взгляд человека, умудренного жизнью и понимающего все, что творится вот, вокруг. Ну, я вам хочу сказать, что взгляды могут быть разные, потому что вот взгляд доктора – это хитровато-беспечный, да. Взгляд ювелира – это потрясенно-жадный в какой-то мере, уж извините, мне не хочу обидеть вашего героя, ну, так да. Оно и есть. Взгляд бабушки – это доброта и любовь, а вот взгляд этого человека – это, понимаете, он очень пронзителен, но он не несет мир. Да, конечно. Вот этот человек вот идет по улице, его окликнули, так оглянулся и посмотрел. Вот все, что у него внутри, он выплеснул вот этим взглядом. Перейдем к другому взгляду. Это уже совсем другой взгляд. Это купец. Но мне кажется, даже, знаете, вот судя по глазам, у него карие глаза. И ушла эта пронзительность, а пришла мудрость. Ну, дело в том, что это купец... Это купец, купцы, они, как правило, ну, купцы, как известно, бывают разные. Да, это хитрован, который может любого обмануть, mm-hmm. может уговорить, может решить вопрос так, как ему нужно, имею в виду финансовый вопрос. Вот он скрытый человек, он хитрый человек, и, ну, в общем-то, который может подчинить своему влиянию вот собеседника, уговорить как-то, слукавить где-то. То есть вот такой вот у него внутренний сложный такой мир. Хитрован. Это человек, который может обмануть, да? Обязательно, да. Это купец, это в природе его профессии.
по-другому он не может жить, потому что... Он бы и хотел быть хорошим, но не получается. Да, вот такая жизнь. И вот всегда вот он что-то придумывал, что-то комбинировал. Может, по-хорошему, может, по-плохому, ну, я не знаю. Ну, в общем, непросто. И вот он так вот смотрит пронзительно на всех нас и говорит, что да, со мной просто так... Я не так не прост. Пройдет, да, да, я не такой простой, как я вижу больше, чем вы думаете, и да, знаю больше, чем вы знаете. Совершенно правильно, да, совершенно правильно. Это пронзительный такой взгляд. Сьогодні, друзі, ми з вами побували на вернісажі художника Володимира Бугаєнка, який вже знову в роботі над новими картинами. Ну, а що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. Останній день останнього зимового місяця зустрічається з першим днем першого весняного місяця. Дай Боже, щоб ця зустріч відбулась вдало. І весна красна не сьогодні-завтра порадує нас народженням нових почуттів.